Всем привет! Сегодня мы снимаем приколы по телефону. Первая часть. Это еще Камила. Дура. Не ругайся. Так, и сейчас мы звоним Кристина. Я не знаю, кто это. Давай. Что мы ей говорить будем? Погромче говори. Что мы ей говорить-то будем? Не знаю. Вот, громкая связь. Давай сюда поближе. Давай. Что говорить? Да, тихо. Говоришь, что тебя там закрыли в подвале или еще где-нибудь. Ну что, я к тебе сейчас приеду, не я там номер не показывай. Типа, раз вы ко мне приехал. А, нет, Димка заявили, типа, ко мне приехал. Она знает его. Тихо. Ты не показывай эту номер. А, нет, Димка заявили. Алло, Кристин. Чего? Представляешь, я тут, короче, в Бебяево иду. Тут за подружкой. И представляешь, тут, короче, машина такая приезжается. На вот, слышишь, машина приезжается. Около меня останавливается, такие говорит, типа, девочка, садись в машину, мы тебе конфетку дадим. Я такая, захерная, мне эта конфетка. Они такие, типа, говорят, типа, ну садись, садись. А я смотрю, у них сзади ножик. И я такая, типа, нет, все, до свидания. И побежал, они за мной едут. Пока что я Дашку не встретила, они за мной все ехали. Потом за нами с Дашкой побежали. Мы, короче, вот здесь сидим в подвале. Боимся, что делать? Чего? Я знаю. Ну, блин, Кристин, скажи что-нибудь, а то мы в панике ничего не можем сделать. А это, а мы слышим, как все машины приезжают, мы боимся. Смотри, там что? Камил. Где? Вон! Отключилась. Следующий. Тихо. Звоним еще одной подружке. Да ты че это длинься? Ну что ж, а че говорить? Да, типа тебя нет какой-нибудь помощи. Я сначала спросим, где это такое. Привет, Алин! Привет! Что делаешь? Ничего. Как учеба? Нормально. А ты хоть узнала меня? Нет. Это Камила. Камила? Да. Вообще голос не похож. Как не похож? Ой, блин, какие оценки? Короче, это просто был вызов, не знаю. Никакого прикола в принципе не было. В принципе не было. Давай с тобой. Сегодня, короче, уезжаю на пижамную вечеринку с моей тетей и братом. Да, сейчас. Сейчас мы, короче, это идем в клуб. Потом куда? Камила выступит со своим танцем. Каким танцем будет? А, с песней, да? Ой, блин, я ничего не снимаю. Короче, мы тут видос снимаем, оказывается. Да. Селфи. Что? У меня вид. Короче, сейчас мы. Камила страдает фигней. Сейчас мы, короче, уже в клуб заходим.